Первый финальный забег на дистанции 400 метров под номером 33 представитель Хангаласского улуса Ильин Еремей. Под номером 31 Филиппов Гаврил, представитель Мегина Хангаласского улуса. Остапов под номером 32. Ленский район. По шестой дорожке. Нету. Тогда первому финальному забегу на дистанции 400 метров среди мужчин. Четыре участника. Итак, спортсмены выходят на финишную прямую и тоже выиграет. Остапчук пока лидирует, но пока все решится на последних метрах, и все-таки Остапчук вырывает Филиппов Гаврил, Мегин Хангаласский улус на второй позиции, Ильин Еремей на третьей.